Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Илья, и сегодня мы будем играть в игру «Привет, сосед». Сегодня наша главная цель на основе «Привет, сосед» Альфа 2 и консоли, естественно, создать свой мод на модкиды. Идет куда-то. Так, для этого... Ой, что-то я думала, я могу диван в руки брать. Так, я давно не играл в эту игру. Я не помню, что здесь как. Кстати, вроде бы он не может ловить, когда я пишу что-то на консоли. Он просто мимо проходит. Да, да. Вроде бы так здесь диван называется. Нет, 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 нет. Здесь не так диван называется. Просто в модките он как-то непонятно называется. Здесь, значит, так, значит. Может быть, надо так написать. Так, надо все теперь, ребята, мне вспоминать. Ой-ой-ой, все, сосед. Ух, сосед, ты все испортил опять. Быстрее, быстрее, быстрее. Пишем, пишем кто-нибудь. Ух, какой хитрый здесь сосед стал, слушай. Какой хитрый сосед. Я вообще не ожидал. Не знаю, вот я отчетливо помню, что... Когда я раньше играла, у меня получалось диван вот так вот спавнить. Что я делаю не так, ребята? Вот я не понимаю, что я делаю не так. Все же я так делаю. Должен появиться сейчас, по идее, там где-то диван. Но какого-то фига не появляется. Сосед! Быстрее прячемся. Где я? Где я? Я в этой комнате. С магнитом. Нужна коробка, мне нужен магнит. Чтобы диван примагнитить. Сосед-то отстань от меня. Чик. Вот ломик. Ломик. Все, притянул я отмычку. Как он здесь камеру эту навернул, а? Ишь, какой хитрожопый. Так. Иди. А, значит, с коробки потерянных вещей будет, да? Да, она в итоге появилась в коробке потерянных вещей. Короче, я ее заныкаю в этом шкафу. Все. Странно, очень странно. И холодильник не появляется. Сосед, и холодильник не появляется. Сосед, дай мне свой ключ уже, который ты на попе хранишь. Все, я его примагничу у тебя. Что-то не особо он желает магнититься. Ладно, пусть ловит. Сосед, иди спать. Спать пора, уснул качок. Лег в кровати карачок. Ой, молоко надо на месте было оставить. Я все путаю. Ой, ну очень трудно это делать. Я думала, это будет легче. Так, шкафчик. Берем. Берем снотворное. Так, не снотворное. Почему оно не вводится в молоко? Сет! Молоко будешь? Молоко предлагаю, бесплатный. Бесплатный молоко. Сед, сед. Моя дорогая. Что это дало? Лампочка. Лампочка. Я могу выкрутить лампочку. Дайте лампочку по башке. Где-то здесь было ружье. Помню, что вот я отчетливо помню, что в этой части Альфы в этой есть где-то ружье, но где-то же оно было, точно, точно. Помню, где-то оно было. Капкан умудрился уже поставить. Странный какой-то здесь сосед. Что, дрыхнет? Вряд ли. Вот не дрыхнет. Не дождешься. Не получается все равно, даже холодильник. Где он спит? Он же спит, я слышу. Все, мой ключ, сосед, мой! Ага, а вот сейчас свой где ружье. Так, а этот ключ будет лежать. Ты знаешь где? У тебя. Потом в яйце. Двух. Все, положил. Магнит. Магнит лишний. Но магнит я заныкаю сюда. Вот здесь пушка лежит.
Пука-пушка. Пука-пушка. Гаечный ключ, гаечный ключ, гаечный ключ. Ты прекрасен и могуч, гаечный ключ. Сюда. Сюда, я сказал. Застрял, застрял. Ха-ха. Не получилось. Положить. Тебе их нах. Так, а этот лом куда мне положить? Так, куда мне этот лом деть? Лом, куда мне тебя деть? Отвечайте. Отвечайте, отвечайте. Ворона чирикает. И свое отчирикало. Ворона чирикала и в итоге свое отчирикало. Напугал. Кто там дрыхнет, кто здесь дрыхнет. Дрых-бездяй. Так, здесь. Угу. Так, здесь уже есть ключ. Ключ. Ворона. Что, ты каркала? Свое откаркала, значит. Все, ворона свое откаркала. Все, лом сюда положил. Блин, ну какой-то несложный мод, учитывая тот факт, что здесь не делается. Вот стул еще можно заспавнить. Я помню, я описал, тогда еще соседом не занимался на канале. Уже не занимался на канале. Child, стул, children. Children, какой children? Короче, стул я писал, я уже не помню, как стул. В школу, потому что много не ходил. Вот. Вот, и, короче, там все в стульях было, они там шатались. И, короче, вся коробка потерянных вещей... это газонокосильки были, вот. Ну что, я потом как-то попробую разобраться. Сейчас мы пишем команду. А нет, не пишем мы никакую команду. Ружье надо спрятать, сосед. Слышал? Ружье надо спрятать. Не слышал? Ну ладно. Ружье я спрячу туда, где, откуда я его взял. Откуда я его взял? Из сарайки. Сосед, ты чё в сарае ружьё хранишь, а? Ты в сарае ружьё хранишь. Сосед! Кис-кис-кис! Где ты? Где ты? Давай-давай, лови меня уже. А то надоел. Так, спавн наш будет здесь, вот. В нашем моде. Я, кстати, недавно вёл разработку своего мода, но потом модкит сломался, и, короче, всё. Я удалил. Так! Мод. Мод под названием Альфа 2 ремейк. Будем мы его сегодня проходить. Вот так картины, может, какие-то. Тайники есть в них, тайники. Трю-трю-трю-трю. Так, закрыто. Что внутри, нельзя смотреть. Так, здесь что у нас? Ванна. Без воды, видимо. Унитаз. Так, а здесь что за комната у нас? Здесь пусто. Я буду по очередности, ребят, кстати, играть в Альфу 2, потом Альфу 3. Не знаю насчет Альфы 1, но Альфу 2 я точно буду играть. Альфу 3 я точно буду играть. Стол этот не берется в этой части. Странно. Сет, молоко! Молоко лакать будешь? Кыш, кыш, кыш! Какая нафиг консоль? Не надо мне никакой консоли. К нему через окно, может, зайду. Ой-ой. Где он? Ой, как же эта игра проходится? Альфа 2. А где-то он здесь бегает. Где он, где он, где он? Где он? Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Бежим! Сразу же через задний двор обходить надо. А я здесь скакаю, скакаю, скачу. Он там где-то скачет, так. Это, наверное, самый плохой челлендж. Самый ужасный, самый отстойный челлендж за все время. Который я буду модкит проходить. Я более чем уверен. Так, все, подгибайся. О, застрял! Выстрел, выстрел, выстрел. Кстати, как в оригинальной игре. Да, я знаю, как в оригинальной игре я ее проходил. Вне канала, да? То есть вот здесь надо забрать ключ. Здесь тоже в Альфе, я говорю, в оригинальной игре будет тоже такой диванчик. Он будет нормальный, а не в простыне. Так, вот здесь нужен домик. Заткнись! А то больно будет.
Так, Сьюзи, ты мне поможешь? Нет, мне должен был помочь Джонни! Ваня. Так, ладно, здесь раз не пролажу, здесь пролезу. Сосед, отстань. Сейчас я благодаря этой отмычке забегу за ружьем, потом соседа застреляю. Да. Все, мое ружье! Нет, я не успел взять ружье! Уху-ху-ху-ху. Ладно, сейчас пойду и возьму ружье. Чтобы сосед сильно... Где он? Где рычаг? Вот рычаг. Чтобы сосед сильно не наглел. А то и шкуй наглый стал. Мое ружье занято. Это уличный туалет соседа. Его личный уличный туалет. Такой большой участок. Мог бы огород посадить или просто какой-нибудь бассейн поставить. Как минимум. Сосед из Тима. Вот тебе и сосед из Тима. Он там 1100 рублей стоит. Сосед из Тима. Сосед, ты из Тима. Откуда это взялся? Ты наш. От корпорации. Из Доршараш. Из Доршараш. Отстань от меня. Отстань от меня. Все, застрелил. Я его пристрелил. Тихо. Все, вон он, больно ему стало. Все, я в домике сосед. Достал у меня. Из моего домика уже. Капец. Сосед, какой он в этой части шустрый. Че так долго лезу я? Я и вся моя семья. Моя семья не... О, как далеко дротики улетают. Ну, в принципе, у меня все уже есть, чтобы бежать в подвал. Пролом. Карточка. Кейкарды. Что это такое? Это что такое? Ну-ка, мне интересно. А, это надо отсюда попасть и потом уехать. Понятно. Читы! Какие нафиг читы? Не надо мне читов, сосед. Стоп, а ружье не сработало? Что так лагает? Что ж здесь все так лагает? Там крестный грохнулись. Зарядкой занимается, зарядкой! Лови его! Так, сейчас мы его отвлечем. Если его отвлечу. Так, что есть? Ключ не надо мне. Причем мне никакого нафиг не надо. Где он? Пошел проверять? Ого, там кто-то есть, смотрите, там чья-то тень. Ну, слышите, вы мод уже прошли. Вот этот вот, как бы мод. Тут подвал, а тут Иван стоит с ребеночком. А там вот уже конец. По подвалу мы в следующий раз с вами походим, пошастаем. В принципе, дорогие друзья, желаю всем удачи. Всем удачи и всем пока-пока.